Итак, ребятки, всем привет! Всем здравствуйте, с вами Мэдэш. Мы начинаем нашу трансляцию сегодняшнюю. Сегодня будет GTA RP. Вот. Привет, Лидериана. Привет, Градорму. Привет, Феномин. Привет, Ленивец. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мне что-то, короче, чатик не подключает. Да, Twitch запустил новую фишку. Называется она «Сундук подарков сообщества». То есть... Если, например, ее стример включает, вы туда можете накидывать всяких игрушек, короче, своих. И тогда вы сможете туда... Я потом смогу это все разыгрывать случайным образом, все это делать. Прикольная фишка, мне нравится. Как-нибудь потом я это сделаю, запущу, может, даже сегодня. Вот. Давайте начинать. Во-первых, надо стримдек включить. Вот минус как раз стримдека на телефоне, то, что, блин, он должен быть постоянно включен. Давайте его затестим. Да, все работает, все отлично. Так, у нас 32 балла подписчиков. Неплохо, неплохо. Но, чтобы получать подарки от этой штуки, у вас должна быть активная... подписка, ну не подписка, короче, у вас должен быть аккаунт на Амазоне, тогда вы сможете получать подарки. На сервере 23 человека, клево, клево, а клево. Так, сейчас. В смысле? Я их никуда не профукивал. Деньги лежат, ребята, я никуда их не трачу. Единственное, что я купил, это этот, как его? Блин, как же его называют-то? Киберпанк, вон. Годзилыч ведь сказал, что у меня киберпанк. Я и купил киберпанк. Почему нет? Ну вот, Лидериан, ты сможешь получать тогда подарки. От Twitch Prime и сама это закидывать. Короче, прикольная штука. Вулф, привет. Так, сегодня у нас четверг. Четверг. Да, ребят, завтра, послезавтра стримов не будет. А почему у меня не работает voice? Я же его включил. А, да, не включил. Не понял. В смысле, блин? Что за хрень? Отлично, у меня сервак отвалился. Вовремя я зашел. Вай-вай-вай-вай-вай. У кого-то музон орёт, блин! Извините, ребят. Да, весь сервак упал. Фига себе там народу. Ну, блин, ждем, чё? Все, перезаходим. Не, не из-за меня, это всегда так. Каждый день такая фигня. Мне так нравятся люди, которым пишут, чтобы они не матерились в чатах и типа... Да какой мне резон, типа, переучиваться? Типа, я полжизни матерюсь. Ой, блин, правила Дискорда есть?
Господи, сейчас теперь со мной будут спорить, что можно материться или нет. Вот нормальные люди вообще. Как хорошо с головой-то. Не, ну блин, зачем просто вот в чате писать, блин, матом? Ладно, в войсе там никто там это услышали и забыли, а тут как бы... Никого, кроме тебя, этот мат не волнует. Нормально вообще мне такое говорить? Обожаю, короче, маленьких девочек, которые, блин, пытаются из себя строить крутых. Это просто меня так бесит такое поведение. Блин, я не знаю. Просто раздражает. Господи, этот юношеский максимализм, будь он не ладен, блин, я себя вспоминаю просто. За какое говно. Ох, печет, извините. Нет, Prime вам не нужен. Нужен только ак на Амазоне и все. Да легче новый, по-моему, градорма создать, ак. Как вы этими тачками в GTA управляете? Сегодня раз 5 первое задание пытался выполнить. Легко. Легко. Неберу, здорово. Смотрите, Неберус так и не ответил мне по поводу того, что хочет он быть модером у меня на канале или нет. Но я думаю, что не хочет, раз не ответил. Хотя он постоянно сидит от начала до конца, клипы делает, так что он в жизни сообщества принимает очень большое. Как это? Принимает большое. Чё принимает большое обычно? Забыл. Участие, во! Вспомнил слово. Эш перевалил за тридцатник и начал учить молодежь. Да. Не, Неберс, подожди. Тут вопрос не... хочу, надо, не надо. Тут вопрос, хочешь или не хочешь. Потому что если ты не хочешь, ты этого делать просто не будешь. У меня для модеров есть определенные условия, поэтому... Ты серьезно? Ты серьезно сейчас? Ну, спасибо. Там хоть водитель-то есть, или он пропал? Прикольно. Логерс, привет. Кринж, здорово. Как часто я в последнее время слышу это слово. Я никого не учу, ребят. Просто, ну, можно общаться культурно, можно общаться как быдло. Я не люблю быдло. Вон сразу все. Ой, смотрите, он, сейчас она что-нибудь напишет. Это вообще будет круто. Ты просто следишь за мной? Озвучивал С? Да это я могу. Найти только надо, у меня где-то это записано на самом деле. Потому что не ты же один модер. Просто Танюха, это уже не модер, по сути. Она не заходит. Я вообще думаю снять модерку, випку отдать. Вот. Градорму одному будет сложновато в скором времени, я думаю. Сейчас людей много становится на канале, и с этим нужно будет что-то делать. Кто же за ними следить-то будет? На самом деле, если я тебе модерку дам, там, Градорму, если что, тебе объяснить, что надо делать. Да и я объясню. Господи, как она долго печатает, это мне прям интересно. Даже пришлось стримдек выключить ради такого. Так, мне нужно 5 булок и 5 воды. Ну, по сути-то да, как бы, нам ничего такого сверхъестественного, это я, может, просто нагнетаю. Не, может быть, и Лидеряне его выдал, но Лидеряна мало сидит на канале, так что. Хоть и человек хороший. Я не знаю, на... А, тебе 31? Вот, слушай, ну это еще одна галочка. То, что надо тебя брать. Ежовые рукавицы.
Короче, она ничего не пишет, насрать. Сейчас смотрите, как она ливнет с сервака, я просто охерею. 4. Что ты сказал, там вообще мразь? Почему ты таким голосом со мной разговариваешь? Объяснись. Объяснись со мной. Давай. Я жду. Тан-тан-та-дан-тан-та-дан-та-дан. Да никого я не учу, ребят. Просил человека не материться. Мне начали с пены у рта доказывать, типа, я так разговариваю всю жизнь. Типа, почему я должна разговаривать по-другому? На-на-на. Да потому что ты тут не одна, лол. Вот почему. Все просто. Типа, всем наплевать, как я разговариваю. О, Махмутик. Добрый день. Да, благодарю. Махмуд покупает магазин, да, я в курсе. Вот этот магазин. Ну, он сказал, что он типа хочет на нейтральной территории где-то купить магаз. Где же комьюнити менеджер, я знаю. Гвинблей, привет. Я все в курсе. Сейчас, подожди, она уже мне примеры приводит, как я там матерился. Господи. Кинг-1 запрашивает 201. Кинг-1. Господи, долбанные собаки. Ай, ненавижу потеть в ВП. Или прийти на заправке. Господи, ребят, там девочки 21 год. Чего вы хотите? Она будет спины у рта доказывать, что она не гладиолус, блин. Бензин? В смысле, его там мало? Я заправлялся, кстати, 23, офигеть. Да нет, почему? Наоборот, логерс, там типа суть в том, что типа я матерюсь и, короче, буду продолжать материться, типа. И вот смотрите, ой, а я что же материться? А сам говорит, чтобы не матерились, хотя я за два дня до этого, или вчера даже, писал, чтобы, блин, в РП не матерились, короче, и, типа, с намеком на то, чтобы и тут, как бы, не матерились.
А выдавать мне там какие-то примеры месячной давности? Как бы, ну, окей. Не, ну что, я работаю над собой, я больше не матерюсь. Пожалуйста, хоть бы ключи были в этой машине, а? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да есть же. Мат, это понятно с ним все, как бы тут без вопросов, но, блин, в общем чате, где все как бы переписываются, ну зачем там материться-то? Ты что, я же все... Я задел чувство верующих, все теперь. Я враг народа номер один, да мне как бы вообще... Я бы сказал бы, но помолчу. Да блин, ну Stream Deck, давай включайся уже. Вот, молодец. Линкольн 15 вышел на смену. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, бери, дай оружие. Спасибо. Да, чувство верующих в мат. Ну а как еще это назвать? Да пошли они. Не-не-не, не надо никого посылать. Ну что? Да, блин, там сложная ситуация с этой девочкой, поэтому я... Блин, насморк меня просто доконает, короче. Ненавижу быть простывшим. Как здоровье? Да вот. Такое себе. Не, на самом деле норм. Холодно, просто жутко холодно. Прям вообще пипец. Мне еще завтра на дачу ехать. Ух. Надо же с родственниками посидеть за столом. Типа день рождения же было все-таки. Да нет, она не блатная. Нам просто еще кто-нибудь на меня обидит за то, что я ее забанил. Запросто. Да не, потом, понимаете, как бы, потом еще мне скажут, типа, так вот ты тоже же матерился, почему ты себя не забанишь? Я что, не знаю, как это, что будет писать? Кинг-1 запрашивает информацию по вчерашнему ДТП с Филом Чарльзом, который протаранил полицейский автомобиль. А, да, там в курсе в Лим-2. Перед ПД врезался полицейский автомобиль. И уехал. И уехал. Также дача ложных показаний на нем. МЦ стоит. Он в МЦ стоит. В Лим-2, езжайте. Ему вчера еще не выписывали. Ну вот, езжай и выписывай.
Да не хочу я тебя банить, зачем? Линкольн 15, Уильяму 2. В общем, там, смотрите, дача ложных показаний, там это уже от 5 до 10 сроков. Потому что он мне сказал, что он за рулем не был, а оказывается, что он был. Ну, плюс хулиганство. Штрафы и сроки, да? Штрафы, сроки, да. Ну, там на ваше усмотрение. Но я думаю, что надо его на десяточку посадить. За то, что еще полицейскую машину разбил. Это я у них. Пронаблюдайте за машиной, вы же детектив. А, Пистон, привет. Заявок от копов девушек нету. Есть просто заявка на копа. Сейчас он на рассмотрении. Ну, как по мне, ничего такая заявка. Ну, там не месячная, там было 12 числа. Там я слово ебать написал. Там, собственно, других-то слов и нету. Притом надо смотреть, в каком чате я это писал. Если я это писал в No Voice, как бы это No Voice. Короче. Да, ребят, кстати, в Epic Game Store сейчас раздают Бэтменов, так что не забывайте их забирать. А ссылочки у меня есть в этом самом. Кинг-1, ведем преследование автомобиля спортивного с зеленой подсветкой и красного цвета. Повернул на бульвар Стробери. Ну, вы благополучно проебали его пары. Мы подозреваем его. Меня нет, ребят. Смотри, эти двери открываются сами, надо закройте ее. Понятное, сонное царство. Я в телефоне, извините. Сонное царство. Ты город в мигалке, что такое? Тревога какая-то или что? Ну да, немножко сонного царства, ну что они меня наехали? Так, Махмуд перешел на цивила. Точнее, не Махмуд, а Хома. Ужас какой. Ребятки, давайте это, активизируемся. Ну, слушай, у меня в Стиме 500 с хреном игр. Даже 600... Ну, почти... Нет, там 550, по-моему, 560. Вот. И, короче... Я играл где-то, наверное, и прошел. По-моему, где-то 160 или 150. Олег, здорово. Олег, ты когда играть будешь? Линкольн 6. Куда активизироваться? Выхожу. Сейчас подъеду, я отгонял машину.
задержанного. Линкольн 15, Линкольн 7, вы сейчас УПД? Вот только вот отъехал забирать 6-го. А, ну потом вернитесь, поговорить надо будет. 10-4. Я сейчас ему мини-повышение выдам. Он так хотел вроде. Активизируемся в плане общения в чатике. Я сегодня, ребят, какой-то, знаете, вот мне все лень, честно. Интересная там тачка. Времени мало. Ты что, опять проблемы Ирл, что ли? Уллин 2, Линкольн 15. Линкольн 15 слушает. У нас же нету штрафов за то, что он врезался в полицейский автомобиль? Нет, хулиганство выписываете. Да какую социалку? Чё? Не, мне не лень работать. Мне просто... Сегодня народу много. Да меня просто насморк, честно говоря, задолбал. Прям вообще не могу. Ну что, Срид, как дела? Линк, да, добрый линк. Да нормально. Потихоньку. Спокойно. Ой, я выписал ему штраф и посадил на 10 строк. 10-4. Спокойно, значит. Ну. Слушай, Фокс. Привет, да. Да. Я тут поговорил. Ты помнишь, меня спрашивал насчет того, что ты хочешь на мотоцикле ездить? Так, да. Вот, в общем, добрый. Я поговорил с лейтенантом. Да убери ты. Вот, в общем, можешь брать мотоцикл, если ты так хочешь. О, а мне в одиночный патруль, то есть, можно? Или мне сзади кого-то? Да не, вообще... не, один езди. Понял. Ну, будешь вместо хайвей патруля, потому что сейчас мотоциклистов много, и за ними не угнаться. Я вот вчера одного упустил, прям, сразу же, можно сказать. Понял. Я пойду, видимо, транквилизатор положу, что-то собака пропала. А что тут было? А! Бешеные собаки гоняли тут. Опять? Господи. Да. Сразу бы брал транквилизатор и застрелил бы их. Ну, в смысле, так успокоил. Я одну успокоил, но... Ну, так получилось, что она ушла. А-а. Да. Говорится, быстрые лапы ничего не боятся. И снотворное не особо работает. Понятно, понятно. Пойду кину, в общем. Чё, Игл, он там не сопротивлялся? Вообще нет. Какой молодец. Я ему сразу там права зачитал, сказал, что в чём он обвиняется, и он сразу прошёл со мной. Ага, молодец. Что угодно придумаешь, лишь бы не социалить, ну да. Да господи. Капитан, а у вас как дела? Да потихоньку. У вас собака болит? Здорово, да. Вам бы ей это прививок надел там. От бешенства, например. Это, наверное, из-за запаха дыма. Слушайте, как она мне Грейс напоминает. Чем? Цветом? Да нет, Грейс тоже не любит табачный дым. Уф! Да, подцапали нас, блин. Да ладно, что ли? Да, меня куснули. Все уколы вроде сделали. Ачи! Ну, господи, Зай, может, отойдешь тогда, я не знаю. Так, ладно.
Давайте, все на патруль. Чё, вот сам Фокс, ты на мотоцикл тогда? Ну я, да, наверное, попробую. Шлем не забудь. Да, иди тогда купи себе шлем нормальный в магазин. Надо, кстати, да. Вот. Мото-униформа, так сказать. Ну да, да, посмотри. А у нас есть какие-нибудь эти куртки, чтобы меня не продуло нахрен? Там есть эти косухи. Да, кстати. Там есть одна нормальная прям. Тебе подойдет. Понял, значит, сейчас сгоняю туда. Переоденусь, попробую. Окей, давай. Давайте. Ты только это самое тогда, если косуху будешь надевать, эту бляху на ремень не забудь. Ага, ладно. Угу. Давайте. Так, ладно, я в патруль тогда. Да-да, давайте. Надо доехать до магазина, посмотреть, какой номер у меня штанов. У меня этот самый спрашивал. Годилыч. Обе самки. Да в смысле? Не, я хочу один. Сегодня не хочу ни с кем ездить. Хочу сам. Штаны 25, цвет штанов 2. Так, сейчас, ребят. Не-не-не, еще не скоро прибавится, еще, я думаю, месяц, наверное. И машин новых пока не будет, и 64 слотов пока тоже. Да, это, так в любом случае это будет, когда будет 64 слота. Это все вместе, как бы, ну, это взаимосвязанная фигня. По сути. Наблюдаю красный спорткар. Движется в сторону парка кубов с большой скоростью. Его. Повернул. А, нет, едет, да, около парка кубов, сейчас проезжает около парковки. Предположительно, это машина Шакса. Я его потерял. Но мы сегодня его стопорили уже, да, это вроде Шакса. Она красная была сегодня. Линкольн 15, Линкольну 6, код 13. 10-4. Ой, что здесь творится-то? Пипец, тут тачек открыто. Где популярный театр? Блин, серьезно, тут столько машин. Чё-то с этой стороны пошел дурачок. Как он у тебя? Oh, hell. Ну езжай давай. What the devil? Красиво.
форму, да. Красный спорткар пронесся по бульвару Лас-Лагуна в сторону Вайнвуд-бульвара. Да, наблюдаю его. К ПД поехал. Да, добавь форму. Лейтенант, а вы размер в магазине не помните, как? Ну, к сожалению, нет. Да, но клипом брать могут. Угу, понятно. А вот эти нам кто-то убрать попробовать. Да это надо в репорт им писать. Ну, видите, такие сломанные точки. Ладно, хрен с ним. Блин, вот что ты-то стоишь? Ой-ё! Тихо. Уезжай давай. Ну чё ты меня РП лишаешь? Он около меня сейчас. Привет, здорово. Шаг, слушай, ты же механик, да? Ну. Убери вот это все говно, которое тут стоит. А в смысле? Ну, а, там одну. Да какой тут 4 машины минимум? Сейчас что-то придумаю. Да, это Шакс, он тут развлекается. Я его тут заставил машины убрать, он же механик. Тут просто пробка очень большая. Сейчас занимается. Лин 6, Линкольн 15. Да, слушаю. Здесь стоит наш автомобиль. Не могу понять, чей владелец. Здесь это где? После парка Бог последнему вызову. Где? Ну вот, сэр. Ну, блин. Короче, мы видим мир по-разному с тобой. Ну, попробуй конфисковать там. Угу. Блин, пипец. Что ж такое-то? Чё ж такая нагрузка-то, блин, жесткая? Поможем Фоксу. Линкольн 15, Линкольну 7. Ну вы там разобрались, нет? Помочь надо? Я, видимо, так буду ездить. Я хрен знает здесь какая. Ну, сейчас я помогу, подождите. Сухо-то, блин.
Смотрите, в общем, полка 161-я. И третий цвет. Пим-пи-бим-пим-пим-пи-бим-пим-пим-пи-бим-пим-пим-пим-пим. Интересно, Хома уже создал персы или нет? Г6, 15. Да, слушаю. В общем, я метку поставил, сказали, что приедут заберут ее. Да, хорошо. К6 попас не вызвал, тут Шакс как раз убирает, остановили. Да, пусть занимается. Что же с серваком-то такое? Ладно, скоро будет у нас расширение сервака и всего-всего-всего, так что будет там и оперативки побольше. Осталось, ну, нужно просто к этому подготовиться. Сейчас ребята работают над этим. Скоро обнова, ребята. Ох, вот это бы вообще просто, у вас глазки выпадут. Столько всего, столько фиксов. Блин, вы не представляете. Кошелек код 5 последний вызвал. 10-4. Ну, тачки еще не скоро. Тачки, я думаю, что еще к октябрю, тире ноябрю. Там просто Шакс машин толкает. Да, хорошо. Ну, пока да. Ну, видишь, просто к этому надо реально подготавливаться, подготовить сервак под это все, чтобы, знаете, не выкатить это вот сразу. И чтобы все это дело лагало, багалось, короче, чтобы такого не было. Короче, надо делать, как компания Blizzard, блин. Надо вот сначала доделать все вот максимально, вот, чтобы круто было, чтобы ничего не ломалось, и потом уже выкатывать. Ну, и то все равно баги будут в любом случае. Я думаю, что мы там еще прочувствуем ад этих 64 слотов. Да и с тачками там еще пока непонятно нифига, блин, там их там тоже делать надо. Я, кстати, не так давно увидел, что вот здесь вот мексиканская типа такая... Блин, не знаю, как это назвать даже. Типа рынка какого-то мексиканского. Там уже стреляет, блин. Чудовище. Манхут. Почему здесь ЛСК нет? Не обращаю внимания на взрывы в центре, все под контролем.
Да ё-моё, что ж с этими неписями-то не так? Чё, бам, мне в бочину кто-нибудь прилетает. Вот было бы весело. Чё, ребят, поставьте плюсики, кому уже отопление дали. Ждем новых рейдов и ребаланс персонажа нужен. Ну, патчи. Да-да-да. О, Гвинблейд, я смотрю, прям замерз, да? Блин, у меня дома вообще жуткий дубак, реально. Я уже не могу. Я хочу отопление. Ну, кстати, по идее, с такой погодой должны дать. Блин, резко так притом похолодало. Молочницы дали. Или Милк, привет. А, ну в частном доме. О, Металлику дали. Привет, кстати, Металлик, да. Помзеру не дали. Блин, вам хорошо. Блин, а где? 5-6, отправляюсь в патруль. 10-4. Ой, я завтра приеду на дачу, а там тепло, там отопление. Линкольн 7, отправляюсь на заправку забрать мотоцикл. 10-4. А вы знали, что в нем ремни есть? В полицейском есть ремни? 4. Ничего себе. Я не уверен, работают они или нет, но я пристегнулся. Не советую проверять. Храни, значит, никому не придется. Там, наверное, веревочка, как на этом, на быке. Таком механическом. И напополам меня разорвет великолепно. Смотрите, какая красота. Да. Хотите попробовать пристегнуться? Ну давай, сейчас попробую. Сейчас я заправлю, сяду. Шлем нужен. Посмотрю, так сказать. Угу, давай. Вперед. Блин, и вправду, слушай. Да. Охренеть. Да, круто. это круто. Я не ожидал прям. Блин, тебе шлем, кстати, нужен был открытый. Ну ладно, в принципе, лицо видно. Я вот специально, чтобы это верхнее было открыто, но я снимать же его буду, когда ухожу вот так. А, ну Мама, и можно все. И так. Окей. Ладно, давай на патруль, короче. Да, удачи вам тоже. Угу. Ну. Да, блин. В смысле канистры? Ой, иди в жопу. Линкольн 7, направляюсь патрулировать седьмой район. Ого-го! Hail, it's about time. Вилли Милк! Вилли Милк сабнулся и говорит. Спасибо тебе за сапку, спасибо. Я не знаю, парень ты или девушка, но спасибо в любом случае. Спасибо! Вот это да. Блин, ребят, 33 уже. Я не помню, честно, градорм одноместный, двухместный, наверное, одноместный.
Будет другой... Блин, вот мотоцикл... Да, слушаю. А по поводу... Сингл 7 преследует автомобиль Шакса. По поводу вызова в медицинский центр. В принципе, можете съездить, проверить. Принято. Да, блин, тут большинство рыжие. Шателло Сантос. Блин, ты перекресток смерти прям. Мотоциклы не быстро. Подождите, а первая гоночная машина была красной с красным неоном? Я не знаю. Только что от медцентра отъехала такая машина. Ну мы поедем. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, мотик с компроса был жесткий. Блин, я говорю, вы когда увидите вот мотик, который будет у нас ну, с новыми модельками, вот там он просто офигительный. Но он одноместный. А, он про вот эту тачку, наверное, говорил, да? Ну, пускай стоит. Будет пугать людей. У нас два рыжих. Да этот вроде не с бородой был. У нас вообще с, как бы, бороды мало у кого. Нет, новеньких нету. А, нет, есть один новенький, кстати. Вот мне интересно очень, где он. У нас новый детектив нарисовался. Я хз кто. Вообще без понятия. Потребность детективов. Ну, видишь, Олег не играет, Либруш получается один. У нас вообще как бы три детектива. Ну, всего уже четыре как бы. Вот. Непонятно пока. У нас потребность в игроках, которые умеют играть. А я не знаю, умеет ли этот парень играть или не умеет. Вот в чем беда. Таксистом-травокуром. Не, когда опыта нет, надо идти, да, на таксиста. Тут тоже друг ли такой, блин. Вот, типа, хочу залететь, типа, на северных копов, типа, никогда на копе не играл, типа, чтобы научиться, а потом можно и в обычный подойти. Мы с Техасом такие, блин, как бы, чтобы научиться, надо идти в ну, в ЛСПД, блин, вот где я играю. На шерифе никогда не научишься играть на копе, потому что, ну, там, более спокойная игра. Ну я говорю, когда будет 64 слота. Подожди, а как это? Блин, пипец, тут дорога, конечно. Когда будет 64 слота, и когда я увижу, что человек какой-то может выполнять мои обязанности, там, не знаю, будет ли это сержант или еще один лейтенант, то я пойду на какого-нибудь другого персонажа поиграю немножко. Ну, типа, в отпуск уеду там на время, там, может, на недельки две. Ну, пока не надоест, короче. Потом, если что, вернусь.
Техас меня на север зовет. Олег меня зовет в гетто. Не знаю, куда идти. Я хочу вообще на хайвей-патруль. Ну, хайвей-патруль-то чисто вот всегда один, как бы, по сути. Но это прикольно. Почему авиатехника только с геймпада? Я нормально управляю авиатехникой на клавиатуре. Шаксу? Не. Ну чё с Шаксом-то делал? Шакс там своё. Погоди, Лидриана, ты себе комп купила, что ли? Вот у меня центр. А, на текущем компе. И как? Комп не греется даже, ничего себе. Это без стрима, ну понятно. Да чё, стрим это не обязательно. Блин, я же не смогу сейчас эту тачку убрать. Даже стараться не хочу. Ну, блин, игра какого? 13-го года, да? Что хз? Ладно. Ждем вызовов, чё? Надоело мне ездить. Ой. Вот сейчас смотрите. Вангую, только закурю, короче, и сразу какая-нибудь шняга начнется. О, Лидриан, тогда тебе не надо играть на копе, либо на крайме, который с пистолетами ходит, потому что у нас точки нету вообще. Да пипец, ребят, игре уже 6 лет. У него там все нормально. Здорово, молодой. Господи, опять ты. Снова. Ага. Линдель 7, код 3. Ты погоняем? Я не буду с тобой гоняться, это бесполезно. В смысле? На ламбу доставай с вами, поехали. Да не буду я на ламбе ездить. На 10 тысяч давай. Отстань. На 50 тысяч. Отстань. 50 тысяч. Да нет у меня 50 тысяч. У меня есть. Я тебя поздравляю с этим, Шакс. Давай так, если ты меня поймаешь, я тебе даю 50 тысяч. Если нет, то ты мне ничего не должен. Не. Ну давай. Это звучит как взятка. Ну в смысле? Это челлендж. Да нафиг тебя. А если тебя другой поймает? Ну, значит ему отдам 50 тысяч. Не, так не работает. Ну ладно, как хочешь. Так чё, поехали. Моя бабуля то была резвее. Шакс, смотри, отстань. А вы расчехлите, за мной будете гоняться, если я что-нибудь сделаю? А ты хочешь что-то сделать? Он, походу, придется. Даже не знаю. Хватает. Я хочу погоняться, мне не хватает скорости, драйва, секса. У тебя же жена есть. У нас проблемы. А-а-а. Мне не встает просто на нее. Вот так. Мне кажется, импотент. Зачем женился тогда? Да так, чтобы семейный уют был. А, понятно. Так и скажи, что выходит, чтобы она тебя в жопу долбила. А я еще больше хочу, чтобы ты меня долбил в жопу. Так, Шак, все, езжай своей дорогой, ты достал. Ага. А я сейчас поеду грабить магазин. Езжай куда хочешь. Ты все равно приедешь. Так естественно. Так давай на лампе сразу. Я на своей поеду. Да отстань от меня, Шакс. Да поехали. Отвали. Да давай.
Отвали, я на работе, блин, ну что ты пристал ко мне? Линкольн 15 всем юнитам. В общем, Шакс только что около меня остановился, сказал, что хочет со мной гоняться. Я его послал. В общем, он сказал, что он сейчас поедет грабить магазин на своей машине. А какой не сказал? Нет, какой не сказал. Я же сказал, как только я закурю, что-нибудь начнется. Смотрите, сейчас коповская тачка пролетит на следующем перекрестке. Пам-пам. Блин, он остановился. А, это Игл. Да я знаю, я не хочу лампу брать. Да-да-да, он на запах сигарет меня вычисляет, реально. Я же говорил. Линкер 6, код 1, пацан. 204. Ой, что-то я отвернулся немножко. Ну, пускай разбирается. Есть два вида. Линк 7 по поводу драки на Виспи Маунт Драйв. Ничего не нашел, только 4 человека. Никто, говорят, не дрался. Всех взял документы. Здесь 4. Блин, Вай, на всякий случай поеду к тому магазину, который в последний раз грабил Шакс. Да, хорошо. Вон у драки на киностудии, скорее всего, просто отыгрывали какие-нибудь приемы. Код 5. Водители, моющие машины, призывающие дождь, Эш, взявши сигарету, да-да-да. Почему рация руина? Блин, еще туман.
Хо-хо-хо. А, я понял про что-то. Про рацию руину, что я начал читать, и там в рацию начали говорить. Блин, зря я сюда поехал, короче. Нафиг, нафиг, не поеду. Я тут вспомнил эти самые заправки, помните, которые там... которые Бруйвик взорвал. О, господи. И вот это был триеж. Ну, алло. Лига 6, код 1-2-7-2. Лига 4, оказываю 10-2. Лига 7 тоже рядом, оказываю 10-2. Кажется ли, моя машина быстрее стала, не? Блин, реально, чё она так несёт? 140, чё-то как-то... Не, ну типа она раньше 140-то ездила, но как-то слишком быстро. Как-то набирать стала вдруг. Или это просто я типа... А, тут, наверное, асфальт другой. Тут же есть такая штука в GTA. Туман вот, окажется, быстрее. А, это из-за тумана такая фигня? Окей. Блин, кстати, я не вижу счетчиков FPS. Блин, я как будто на сверхзвуковой, блин, фигарю. Машина по треку гоняет. Принято. Две Нет, гоночные да. машины. Лейтенант. Да. Можем попробовать поставить шипы, если не остановится. Давайте сначала... Не знаю, дорогу, наверное, перегородить им. Ну это Шакс. Я конфисковал машину гражданского, аккуратненько проеду сейчас. Опа. Ну серьезно? Что, шипы? Аккуратненько. Слушай, я боюсь, они убьются. Это да. Стоять. Опа. Совсем идиоты. Или как?
Добрый день, сэр. Охрененно начало, да. День добрым не бывает, судя по всему. Ну да, заметно. Слышите, тут был вызов о стрельбе. Вот мы приехали проверить. О стрельбе? Да. Тут как бы кроме меня и еще одного гонщика, любителя, больше никого нет. По крайней мере, я не видел. И как бы явно мы не стреляем здесь, понимаете, офицер? А вот. Разрешение у вас есть, чтобы вот тут гоняться? А этот трек разве закрыт? Ну, я не слышал, чтобы он был открыт. Я не слышал, чтобы он был закрыт. Ну, вот по-моему, Итан Руби купил этот трек, и как бы больше он никаких запретительных постановлений на его посещение как бы не выставлял. Ну, в общем, вы по стрельбе ничего не знаете, да? Нет. Понятно. Ну как бы зачем? Я сюда погонять приехал, не пострелять. Угу. Ясно, хорошо, ладно, развлекайтесь. Лейтенант. Да. На шаг кто-то штрафиков надо накатить. Да, вот он. Шакс. Да мать твою, Шакс, стой. А. Он не хочет штрафы, он уехал. Ну, логично, что не хочет. Я бы тоже не хотел. Надо его посадить. А как его поймать-то? Он хочет, чтобы я ламбу брал. А я не хочу. Ой, ну чё, будем с ним гоняться, что ли? Машину вернул гражданскому. 10-4. Я тоже не хочу гоняться, правда, ну блин. Что тут творится? На переговоры с террористами не идем, да не говори. Понятное дело, что растут. Линка 6, код 5, последний вызов. Ну что, мне спид-юнит брать тогда? Похоже, придется. Капитан вроде на рации был. Линкольн 15, Линкольн 01. Да, Кинг 1. Кинг 1. А мне брать спид-юнит, чтобы Шакса поймать? Как считаешь нужным, лейтенант? Если успеваешь, то бери. Окей. Ладно, я подыграю Шаксу. Но он явно же что-то хочет, вы же понимаете.
Ой, ля. Я уже и забыл, что это такое. Так, ребят, сейчас приду. Так, я вернулся. Линкольн 15, отправляюсь на патруль. Лейтенант, тут этот Шакс отъехал только что от ЛСК. Угу, направляюсь в ту сторону. Еду за ним без мигалок, едет с превышением. В какую сторону? По бульвару Сан-Виндос едет. Бля, чё за фигня? Повернул направо, на бульвар Эклипс. Угу. Видимо, назад едет. Возможно, там какие-то проблемы с машиной были, починил, едет назад. Потерял его. Дашка. Линкольн 6, добыча смена. 10-4, доброй ночи. Проститутка на пенсии. Зачем? Чтобы учился уважать полицию. Так она его изнасилует, он только порадуется.
Погоди, закончил смену. Здесь 4. Код 3 последний вызвал. Сэр. Я думаю, нужно 10-2. Да, ну, ладно, ладно, езжайте, у меня тут вызов срочно. Да, оказываю 10-2 вам. Насрать. Кто это такой? Блин, ограбление как вовремя. Ну это Шакс. Здесь автомобиль Шакса. Здесь 4. Я уже близко. Он в автомобиле. Твою мать. Да вы его не догоните, проверьте камеры пока. Запарил, блин. Ну, только не говори, что едешь в Вайнвуд, сраный. Бью тебя, гад. Пипец, он едет в Вайнвуд. Да я на этой машине тут никогда его убьюсь скорее. Короче, моя задача брать его измором, чтобы он убился просто, вот и все. Ведь знает, что вот куда я ездить не люблю совсем. А, блядь! Лейтенант. Да. На камерах афроамериканец, плечатые рубашки, черные штаны, бандана на лице. Предположительно, Шакс. Да. В общем, я за ним тут по Вайнвуду катаюсь, уже задолбало, если честно. Я уже пару раз чуть не убился. Выезжаем с Вайнвуда. Блять. Едем в горы. Сукин сын, а?
2, код 6. 10-4. Да я лучше тебя вожу, Шакс. Блин, у него на приеме машина быстрее, к сожалению. Так и знал, что ты свернешь. Блин, ну... Долбанный рассинхрон. Я думал, он сейчас остановится. Ну, едем опять в лайн, вот. Можешь взять второй спид-юнит, попробовать его где-нибудь зажать. Да не надо. Я его измором брать буду. Отправляйтесь на ограбление. Нет, я немножко занят. 4. Максимально осторожен. По мне открыта стрельба. Блин, я такой сосредоточенный, что пипец. Въезжаем в город. У нас тачка с ним одинаковая вообще. Хотя нет, я догоняю. Да блин, сраные тормоза у этой машины, они просто в тиски сразу дают. Прибыл на место ограбления, грабителей не вижу. 10-4, будьте аккуратнее. Быстрее, конечно, да. Моя пока разгонится, блин. Я в него ударился, на самом деле. Видели, его там тряхануло так неплохо. Блин, ну не едь ты в этот сраный Вайнвуд! Сволочь. Как же ты достал? Нравится, что ли, тут гоняться? Мне кажется, ли у него бензин кончается? У меня еще 38 дней. У него бензин кончается, лол! Сука! Все, я говорю, таких надо измором брать. Да, плюс 50к, лол. Да не, я не буду брать деньги у него. Ой-ой-ой-ой-ой, Шакс, что ж ты делаешь-то? А, блядь. Руина. Ну, Техас.
Блин, я бы тебя взял бы сейчас. Я его не упустил, у него бензин кончался. Я бы его взял бы сейчас, через минут 5-10. Да не, через минут 5 бы он бы просто остановился бы и все. А там пешая погоня, тазер. А, серф вообще полностью упал, лол. Это, да. В смысле 60 литров? У тебя там тачка уже все. Насколько я видел, нет? Блин, ну ладно. А у меня прям видно было, что у тебя бензин кончается. Так, ну ладно, ждем пока. У нас, кстати, еще тут одна свадьба была. Проблемы с провайдером хоста. Приносим извинения за них вот так вот. Это не наш косяк. Блин, если бы я помнил. По-моему, двух докторов. Да-да-да, двух докторов, точно. Короче, там жуть. У нас реально сейчас полсервака, блин, переженились, перетрахались, короче, там просто все социалят. Так понятное дело, что продумал. Ну, блин, все, косяк, чё. В смысле? Да я хорошо вожу. Никогда у Джима и Валери этого не будет. О боже. Техас, а я рофлю над тем, что ты ошибешься, понимаешь? Кстати, ребят, прикиньте, у меня последняя сигарета, короче. Все, я бросаю курить. Потому что, блин, твою мать. Сука. Блин. Пара хлопьев пепла выпала. Ай, блин. Надо, короче, пепельницу купить. Хер с ним, короче. Будет 64, таксист пойдешь, кстати, да. С экономикой нашего сервера таксисты на 64 слотах очень даже нужны. 6 одноклассников, женились 20 лет, последние. Поздравляю тебя. Ну, в смысле, одноклассница. Сервер будет запущен в течение 5-7 минут, так что можно пока музон включить. Алидриан, тебе надо идти на цивила какого-нибудь. Не знаю. Ну так. О, кстати, у тебя бы офигенный журналист бы. Получилось. Нет, у нас еще нет 64. Ребят, у нас сейчас, короче, есть такая проблема. У нас сейчас все обособлены, потому что прироста новой крови нету. Притока новой крови. И все все перезнакомились и разбились по компашкам. То есть медики, краймы там, цивилы, вот они все там, все вместе тусят. И из-за этого ничего не происходит нового. Полиция, это понятно с ней все. Да, не с кем тусить, просто с тобой даже никто не хочет там взаимодействовать, по сути. Да, и никто не делает движняк. Да, вот Ашакс, он как бы всех реально пытается объединить, но не все хотят. Как бы он копом устраивает каждый день, блин. Трешак всякий.
Инвалид-колясочник. Блин, да ну. Нет, у нас сейчас будут еще новые профы. Уже, кстати, заявки на них принимаются. У нас будут... почтальоны. И будут бомжи еще. Ну, бомжи не профы, это чисто социальная штука. Не, давайте без собак, блин. Собаки в РП это пастос, честно вам говорю. Ну, это мое мнение. Да не, вайп никакой не нужен. Ребят, когда будет 64 слота, будет больше народу, и там будет уже новое взаимодействие. Плюс сейчас обнова будет, будет приток новых игроков. Там, если Игорь еще ворвется, то от него много... От меня просто не очень много народу приходит. Кстати, можете вот, если хотите играть в РП, восклицательный знак сервер пишите. И залетайте, пишите заявку. Да, ребят, нажимайте кнопку follow, вступайте в наш паблик ВКонтакте, в наш Discord. Ссылочки все есть в описании и в чате. Ну, не пропустите анонсы стримов, всякую полезную инфу, всякие раздачи игр и все такое. Вот, и также можете оформить платную подписку. Стоит она сейчас $2.5, потому что сейчас акция с октября идет на Твиче. Ну и можете поддержать материально, если хотите. По FM, да не, немного есть. Да установи и попробуй, господи. Ну, есть еще почтальон. Почтальонов можно грабить. Наверное. Ну, ПРП. Ой, все, надо завязывать, короче, курить в комнате. Это был последний раз, я думаю. Блин, народу на серваке дофига, кстати, было. Насчет оператора не знаю. Но видишь, он не хочет без шнума. Слушайте, а давайте попробуем этот сундук подарков. Давайте начать сбор подарков. Может, кто-нибудь закинет. Давайте я подарю игруху. Кому-нибудь, может, она прилетит сегодня. В конце стрима буду раздавать подарки, ребят. Если у вас есть аккаунт на Амазоне, то вы сможете ее получить. Вам будет подарено что? Даунтлесс будет подарен. Здорово, брда, здорово, братиш, как дела твои? Да, это нужен стример, чтобы можно было монтажировать. Нет, репортер есть, почему? А, вы же не видели, ребят. Хотите почитать, кстати? Сейчас я вам скину. Вот, держите. Это, короче, первый выпуск журнала, как-то Redline, по-моему, называется. Не так давно домой пришел на работе, что ли, мог? Да Игорь мог бы и блогера отыгрывать на самом деле. Фига ты, блин, работать.
11 часов, блин. Тестируешь вторую видяху? Нормально. Скинул ссылку. Че, ребятам, никто еще не хочет подписаться? Давайте 35 сегодня сабов добьем, а? Как вам такая идея? Хорошо сидим, да, и не жужжим. Привет, Лен. У нас вот девчонка Билли Пай, что ли, играет, или как-то мне ник не помню. Твои финансы поют романс? Жуть. Ну, Игорю, да, нужен оператор. Но для этого нужен либо человек, который записывает видосы, либо который стримит, одно из двух. Ну, по мне, так это только Шнум может этим заниматься. СМС-ки игнорю? А я не видел чего-то, извини. Да блин, у меня тут постоянно какой-то трешак. Я гоняюсь за Шаксом. Ну да, топ-момент. Не, ну тут Шном именно вот отыграл бы нормально. Ну, видите, он не хочет играть. Да это, блин, это же понятно. Стримеры непостоянные, ребят. Всегда так было и всегда так будет. Они то хотят, то не хотят. Короче, это я сижу вон и пичкаю вас контентом. Ну да, они перестали играть, и все, как бы. Вот поэтому, ребят, я не хочу играть с кем-то. Мне поэтому нравится на копе, потому что я независимый от кого-то. Я же вам говорю, вот почему я Кента вывел. Потому что Кент, он был зависим от других людей. И мне было скучно уже. Один я там творил что-то, но это было так себе. Ну, лично мне это не нравилось. Так, ну что, погнали? А я люблю Вов. Я, кстати, на выходных, наверное, буду сидеть Вов играть на даче. Заберу ноутбук у бати. Буду играть. Все равно делать нечего. Фига, там уже 15 человек. Да Игорь, по-моему, не поэтому Бруевика забросил. Ну, мы затянули слишком, надо было все это раньше заканчивать, намного раньше. Мне Кента, я Кента очень сильно затянул, его реально надо было выводить, да. Когда его взорвали. Сейчас остальные. Бе-бе-бе-бе. Так, не сбей меня! Спасибо. Эй, куда ночь включили, блин, было так хорошо. Так, ну машины у меня, собственно, нет, так что пошли. На Вов надо очень много времени. У меня брательник играет. Ну, у меня реально, я не могу разорваться.
Это еще, знаете, ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, что у меня ИРЛ, у меня не это... Как, не захватил. Потому что был вариант, что как бы я в ИРЛ еще буду уходить, но не получилось. Возьмем авто. Стейнер. Go в ПД. Сейчас, возможно, я не смогу взять тот самый спид-юнит, потому что его там не будет. Ну, тогда уж извините, но сегодня погони-то закончились. Потому что я не буду еще один покупать. Пуня взламывает свой панта, походу. СМС, да, СМС, ой, ёпта. Смотрите, кто это. Ох уж этот стрим-снайпер, иди отсюда. Здорово. Слышь, метаюзер долбанный, как ты видишь, что это я? Шаг себя заверстучивает. Да блин, как говном намазано, реально. Здорово, говорит. Конечно, тебе это легко, блин, с админкой, блин, себе тачку вернуть. Вон он уже гоняет тут. Дайте мне тоже админку, по-моему, пора. Хотя не, я не хочу. Идет Грейс и капитан. А нет, нет, нифига. Вот, вот они, короче, поженились. Это Ата и не помню, кто там еще. Здесь 4. Ну, блогерс, это прикольно, как бы, но... А, не, смотрите-ка. Так, поеду-ка я заправлюсь на всякий пожарный. Я не хочу в больницу попадать, я поэтому, блин, не хочу гоняться. Мне хватило уже. Да ёпта, куда ты прёшь? Шакс.
Линкольн 15, отправляйся на патруль. Я думаю, он гонится за кем-то. Да, номер 69. Блин, появились бы модельки, где вот эти здания уже достроены. Было бы круто. Интересно, можно это как-то замапить? Типа убрать эту модель, поставить другую. Прикиньте, вот реально вот эти бы здания были бы уже достроены. Вах, было бы. Ну и чё, он сейчас тоже заправится и всё. Да этот гад еще может себе прописать, блин, чтобы у него бензин был полный. Ну, надеюсь, так делать не будет. Хотя, может, и не может. Не знаю. По идее, может. Ай, костру. Линкольн 15, код 1 по последнему вызову. 10-2 нужно. Пока нет. Наблюдаю Шакса ВЛСК. Сейчас буду задерживать. Шакс, стой! Шакс! Ой, блин, чё такое? Чё Шакс! Положил! В смысле? Положил! Положил! Пожалуйста, дяденька, не стреляйте в джунгли. У вас там всё в порядке? Лёх, ключи от ламбы. Ключи от ламбы. Держи. Спасибо. Вот, на ламбе. Линкольн 15, Шакс угнал у меня машину, этот, ламбу. Уезжает, я ему два колеса прострелил. В какую сторону двигается? Вот вы там за ним куда-то едете, я точно не знаю. Колеса прострелены. Почему ПГ? Я положил тазер. Да не-не-не, ребят. Так, где тачка Шакса? Нигде. В смысле, какая тачка Шакса? Ее нету здесь? Нет. Да твою мать. Это чья это машина? Моя. Вот это. Это моя. Ясно. А зачем вам тачка Шакса? Надо. Хотите у него украсть теперь, как он у вас? Нет, я хочу, чтобы никто не сдох. Блин. Еду на вызов о стрельбе. Видишь что-нибудь? Вообще ничего. На верхнюю парковку заедь, будь аккуратен, у него пистолет. 10-4. Нет, в ЛСК стоит другая тачка, по-моему. А хотя, может, и его. Да он не перегнул, ребят, все хорошо, успокойтесь.
Все хорошо. Реально, все нормально. Он взял боевой на тазер, ребят. Уильям 2, в общем, там у нас человек же объявлен в розыск, да? Да. Нет, по ребят, не парьтесь, там? Блин, ну хватит, успокойтесь, камер, пожалуйста. Я прошу но вас. Но тут у меня просто в машине, ну я только что поймал машину, по приметам очень похожий человек. Ну задерживай, сравнивай с камерами, по идее. Этот лейтенант. Да, я видел последний вызов. Этот гад взорвал мою ламбу, вы прикиньте. Ребят, еще раз повторяю, не пишите ничего, все нормально. Лейтенант, я ее нашел. Кого? Ну труп? Быстрее. Труп вашей ламбы нашел я. Он ее взорвал? Да. Охренеть. Линкольн 15 всем юнитам в розыск объявляется Арчибальд Шакс. Ребят, я вам потом все расскажу в конце стрима, хорошо? Давайте вы не будете сейчас мозг трахать всем. Ребят, я ему говорю, в общем, спокойно пройти со мной в машину. Он что-то мне тут стихи начинает плести. Может мне ему предъявить, типа, вы арестованы? И как мне с ним делать? Ну, в смысле, предъявляю обвинение. Если ты уверен, что это он. Привет, а можно походить? Ну там же на камерах его видно было, ну что ты тупишь-то? Он был без маски. Да. Бля, я что, не могу ее отсюда забрать? Приплыли, блин. Надо не говори. Посмотреть, что по камерам здесь пока. Давай посмотри на. Да, в смысле, я точно знаю, что это Шакс был. Что тут смотреть? Да я тоже видел, я же тоже по колесам ему стрелял. Я как раз подъехал в этот момент. Ну понятно. Короче, ищем его. Да. Начнет отпираться, типа скажет, что... Да насрать на него, все, сажаем его, блин, это федеральный срок. Притом двойной даже, он стрелял в меня, уход от погони, там куча всего. А, так он, по-моему, еще и стрелял. Ну, до этого, да, когда мы с ним гонялись по Вайнвуду. А, тогда, да-да-да. Ладно, я в ПД за машиной, давай. Давайте. Не, я его досмотрел, у него с тобой нож. Нож не запрещенное оружие. Я знаю. Ну, а может, ты его в ПД все-таки отведешь? Я отвезу, я его перед машиной смотрю. Это друг ли? Он с тобой в тачке, что ли, сидел? Я за тобой гнался, алло. Я ну, были выстрелы. А-а-а. Блин, ну сорян. Два направляйтесь в ПД. Да какая разница, ты все равно мне пистолетом угрожал. А, в ноуклипе был. Блин, это друг ли руина, сука? Ну нахера вот так вот делать? Я не, вот, ненавижу вот это вот. Ну нафига, блин, когда там идет, по сути, ивент? Нафига такой херню страдать? Да, посадят тебя, извиняй. Как бы, мисклик от тебя. При том, что он в ноуклипе был, значит, его, по сути, не было в машине. Извините. Сука, взорвал. ВЛСК надо взять, наверное, с камеры. Ну, типа запись с камер. Да. Он гоняет. Сейчас я подъеду, помогу. 10-4.
Хотя слышишь, это самое, а что там брать-то? У меня все на бодикаме есть. А, ну кстати, да. Слышь, он еще и издевается. Ты сейчас у ЛСК? 4. А, посмотри в ЛСК, есть ли его машина? Есть, да. Все, это самое... Давай сейчас подъеду, короче, надо ее конфисковывать. Блин, Влад, помогите мне тут с этим заключенным, вот тут и подозреваемым. Мы сейчас заняты. А что такое? А где все-то? Посмотрите, это точно он? Меня в тот момент не было. В архиве посмотрите, фотография есть там. Ну, отлично. Но он разделся, встал на стол и начал читать стихи. Ну, под описание вообще подходит идеально. Я его знаю, он еще к нам приходил, говорил, что он актер. Вы ее это... Да-да-да, я сейчас заберу. Понял. Да блин, серьезно? Да все нормально, в Техас, все хорошо. Так, ладно, все, дуй на патруль. Поехали искать его. Все, Техас, вали из чата, хватит метаюзить. На та-та. Сволочь ламбу взорвала. Ну ты у меня штрафов навыплачиваешься. И федералочку тебя посажу. Показалось. Где он может быть? Может он домой побежит? Лингольн 7 направляется на заправку. 204. Сам тоже надо поехать заправиться. Но он начинается. Лингольн 15, код 1 по последнему вызову. Расклеивает граффити, это как?
уже. А на камерах что показано? То, что он с тайзером был. И кому ты поверишь? Камерам. Говорю, мне сэр? Сколько сроков-то? Нет. Сэр! Да-да, что, что? Не стрелять, пожалуйста. Спустите, пожалуйста, автомобиля. Не можешь пустить руки? Нет, спуститесь с автомобиля. Как минимум, надо у него деньги конфисковать, которые он там забрал. А как максимум, сколько за ограбление дают. Тут не такая большая высота. Повернитесь ко мне спиной. От 20 до 60 сроков. Сэр, вы задержаны за порчу имущества городского. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вы имеете право на адвоката или можете защищать себя сами. Вам ясны ваши права? Да. Отлично. Линкольн 15 задержал нарушителя по последнему вызову. Блин, два Линкольна 15 и... Я ищу тягачку, но... ...сроков от 20 до 60 ему давали. Ну, я про... На ваше усмотрение. Он же сознался, наверное, типа... Не максимум, явно. Я ему когда права зачитывал, как быстро работает. Говорил, что стараемся, сэр. Ну, все равно не успел. Нет, все поклеил. Я ему зачитывал, он вообще меня игнорировал. Прямо мне надел наручники, он сказал, что за фигня. Сейчас считайте тихий. 40 ему влепил. И в дальнюю камеру его посади. В самую дальнюю. Которая закрыта? Ну, естественно. Сейчас я второго клиента привезу. Классная дачка. Угу. Пройдем со мной. Сэр, вы только тяните время. Зовет нас жизнь, идем. В общем, сейчас подожди. Так, сэр, проходите. Так, встаньте лицом к стене. Сейчас сниму с вас наручники. Здесь шаг. ПД. Так, сэр, снимите маску, и я вынужден вас обыскать. Говорят, сдаваться пришел. Вообще, логичнее было бы сразу обыскать. До того, как снимать наручники. Вы меня учить будете моей работе, сэр? Не, просто конфисковываю у вас нож, монтировку. Тайзер. Сэр, лицом к стене. Извините. Халат, как он вперед гляжу я реже ныне, и более гляжу о, уже назад. Один косяк. Угу, тоже конфискую. Слушай, ну... Блин, косяк-то за что? Один-то можно же. Потом вам верну. Так, сэр, присаживайтесь сюда. В общем, вы были пойманы с поличным, поэтому я вынужден вам выписать штраф за хулиганство. Я еще тягач угнал. А, ну вот, еще и угон транспорта тогда. Лейтенант. Ну подождите минутку. Так, сэр, значит, вы приговариваете сроком на 20 сроков. Будете отбывать в нашем КПЗ. Вот так, давайте я вас отстегну. Пройдемте со мной. Ничего страшного, пройдемте. Сейчас еще немножечко тебя допросим. О, какие люди. Третью камеру не занимает, там занято. Третья занята уже. Тут у нас сегодня много. Вот, давай, заходи. Так, проходите, сэр.
Вот, вот, вот сюда, сюда, вот сюда, это? Вот сюда, да. Все, личные вещи я у вас все забрал, документы, телефоны, все, все забрано. Ага. Все, 20 сроков, значит, вы выйдете, получается, в 56 минут. Ну, в 55 минут по местному времени. Все, до свидания. Так, может, что там, сидит? Давай. Но он говорит, что якобы ничего не доказано. Ну, какая разница? Сэр, добрый день. Здравствуйте, полицейский. Лейтенант полиции Джеймс Стрит. В общем, вам предъявлено обвинение в ограблении магазина. Ваша личность. Не может этого быть. Да, хорошо, я понимаю, что не может быть. На камерах было ваше лицо. Мы этому продавцу. Он был невероятно груб со мной, сэр. И не понимал меня. Игл, иди, тебя ждет новый. Игл, я убью тебя. Хотя, стой, подожди, подожди. Игл, Игл, стой. Так, сэр, дай, в общем, дай личные вещи. Жди, Шакс, скоро будем. Ты его обыскал? Да. Обыскал. Молодец. Да я не про Шакса, Шаксом сейчас займемся. В дорогу живо или в гроб ложись. Да, выборы богаты перед нами. Нас обрекли. Сэр, вы задержаны на 40 сроков. Будете отбывать мы этот срок к ней здесь. Для все, верности прикованы цепями. И осталось где-то 20 сроков. А Шакс, пойдем в первую допросную. Я не могу это слушать. Линкольн 15, в общем, этих двух гавриков отпускайте одновременно. Ходи давай. Что за херню ты, Шакс, натворил, а? Чё, я грабил магазин, ушел от погони, потом угнал ламбу, сжёг её, угнал, ушел от погони вновь, пришел сюда, а еще бате позвонил, фотку скинул. Угу, понятно. Но я попросил тебя не ругать, не надо. Я понял тебя. Так, присаживайся, сейчас я выпишу тебе все штрафы. Да давай одним, можно каким-нибудь? Кучу штрафов, давай пропустим. Блин, подожди, тут надо посмотреть. Давай какой-нибудь один большой там, или два больших. Давай два самых больших штрафа, которые у вас есть, вот по деньгам, вот их выписывай. Просто не, я думаю, ни тебе, ни мне неохота вот это потом сидеть, их там в телефоне ковырять, там. Ладно, держи, Шакс. Я думаю, ты заслужил. Все, давай, короче. Оплатил. Отлично. Ты прям нас спонсируешь. А так, Арчибальд Шакс, вы задержаны на один федеральный срок, поскольку у вас тут, ну, и будете отбывать наказание в камере заключения. Да, да, да. Да. Проходи. Угу. Третья моя, да? Нет, третья не твоя. А, третья? А, да, твоя. Ой, у тебя классный сосед, слушай. И не подохнуть мне от голода, я желаю я не знаю. Себе. В общем, весну. Личные вещи все твои, это да, самое, забрали, да? Да, да, все, да. Все, телефон все забрали. Да. Потом все забрали. Слушай, можно мне представлять, застрелюсь? У меня мозг опять... Нам предложили выход. Это твое наказание, Шакс. Ну вот, страдай. Покормите меня. Самое лучшее наказание для Шакса. Блин, почему Шакс посадит в комфортабельную камеру, а меня нет? Ты хочешь тоже там помучиться с ним? Да. Ну пойдем, выходи. Ой, зря ты это выбрал. В смысле? Сейчас ты узнаешь. Проходи вот сюда. Можно умереть. Эй, сюда. Нет, к Шаксу нельзя вот сюда. Да покормите его, господи. Вы холодом морите, за что? Мы гнезд себе нагнили, не сомневаюсь. Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем. Арч. О, Джина, это ты? Да. О, в какой-то миг неуловимый, неумолимый на года, я понял, что был так, не любим. Так, товарищи заключенные, кто-нибудь из вас есть пить хочет? Никогда, да, да. Вы хотите есть? Я хочу кушать. Кто это? Или что это? Ну, вот поэт, так, сэр, подойдите, вот лицом к стене встаньте.
Да, я встал мужик, лицом к стене. И жизнь не выставка, не сцена. Лицом к стене, сэр. Я должен видеть своего спасителя от мучительной смерти голодом. Чего? Чего это за паянт рядом сидит? Да не знаю. Первый раз увидел. Меня. Посади меня в федералку. Не-не-не, ты будешь тут сидеть. Я хочу федералку. Мне все равно шанс. Пожалуйста. Ты меня достал, вот тебе, страдай теперь. Ну, в смысле? Я не хотел тебе... Ну, блин, понимаешь, ламба. Она бывает раз в году. Вот именно, и ты ее сжег, Шакс. Ну, блин, ну, я... Мне было что делать. У нее колеса, типа, пробиты были. Ну, что, я хотел ее починить, но потом вспомнил, что я не в ЛСК, ну, и думаю, это... Утилизируем. Спишем, так сказать. Что, блин? Арчи. Чё? Мне кажется, надо в суд подавать, типа, за издевательство над заключенными. Вот. Какое издевательство? Слушайте, а сегодня у нас аншлаг, первый раз такое. Ну, потому что я сегодня в городе. Не аншлаг, не серж забит, вы чё? Да, кстати. Кто забит? Ну ещё, ну, все камеры забиты. А, ну первый. Пока, да. Ну, слушайте, три, это такого еще не было. Главное, что моя была свободна. Слушай, Джимбо, садись в четвертую. Кстати, да вот тебе больше делать нечего. Я запомнил прекрасные слова. Не говори, что жизнь и грусть. Да не буду я менять. Его слышно нормально. Слушай, он так громко стихи рассказывает, что тебя не слышно. Пирушка, сомнений и борьбы. Столько же, сколько твоему другу. Нет. Точнее, нет, ну там в два раза больше, но он уже 20 тут отбыл. Джина, сколько тебе? Туда, 20, где вечный 20, свет хорошо, горит, где человек, венец творения и недоказанность. Еще 13 идей. Сроков тебе страдать, Шакс. Джимбо, что? Можешь мне сигаретку? Нет, нельзя, там не курят. А можно сходить покакать? У тебя вон есть туалет. Он засорился. Да мне все равно. Я в первый хожу покакать. Не-не. Пожалуйста. Слушай, а давай ты мне экскурсию устроишь по ПН? Ты и так тут уже, блин, постоянный гость. Но я не все видел. Давай пойдем в комнату с виджедоками. Я свою травму заберу. Опять мне на пути встретился этот блондин-дурак, который посадил меня сюда. Вот такой вот он простак. Как он работает в ПД, одному известно, но не мне. За что, боже, помоги. Джимбо, можно мне карандашик и планшетик? Зачем? Рисовать. Чтоб ты себя еще убил там или покалечил? Нету. Да он рисовать, он художник. Смысл? Он вообще типа сделал красивое граффити. Ты что, не видел? Я вообще там зарисовал плохие слова. Вот, вот, а ты его за это посадил. То есть ты не уважаешь арт-искусство, ты не уважаешь искусство. Там была муниципальная собственность. Без разрешения при этом. Он не ценит искусство. Джимбо, ты видел вообще творение вообще, нет? Нет, не видел, не собираюсь. Так посмотри. Так посмотри. Как-нибудь, как-нибудь. О, Игл, здорово. Привет. Прикинь, я у стринта тачку угнал и сжёг. Опять я слышал. Пришел сюда. Понимаешь, простак. Он побил сразу все твои угоны. Слушай, мне кажется, ты вот этому парню совсем не нравишься. Мира. Он насмехается над людьми. Он про тебя стихи рассказывает. Как будто пьет кровь вампира. Ну, смотри, на стекло плюнул, идиот. Сам же потом мыть будешь. Ладно, я, наверное, спать. Так можно не фломастер хотя бы, не знаю. Нет, нельзя. Ну, мелки хотя бы. Не-не-не, вам еще тут сидеть сколько? 10 сроков, так что страдайте. А уголек. О, мне тоже, да? А нет, тебе нет. Левый? Ты сказал вам. Значит, левый граффити рисовал на МЦ. Первое слово дороже второе. Ну хотя бы губная помада какую-нибудь есть. Хорошо, что в моей шапке столько ничего. Ладно, я, короче, переживу этот стресс. Ладно, я пошел, короче, давайте. Всем пока! Хорошо, пакета. Что мою шапку никто не обыскивал. У меня там полно гаши. Игл. Какую шапку не... Блин, Иса, чё ты душишь? Тебя всего обыскали. Я не могу это слушать, у меня уши вытекают, вы простите. Лейтенант. Да? А так, что, всего 30 тысяч за ламбу заплатил? Ну, по всем штрафам, да.
Ты хочешь сказать мало? Ну, вроде 100 000 она стоит. А ты хочешь, чтобы он еще и возместил ущерб? Но она так-то застрахована. А ну окей тогда. Я просто думал, мы и так ее в аренду взяли, нам голову, блин, отрежут. Ну типа одна-то наша, а вторая в аренду. Там, это бог тебя там шаг спрашивает. Так-то в аренду взята твоя, а не моя. Ну сам факт. Да не, нормально. Ну сколько ему, блин, 100 000 там? Не, ребят. Он говорит, у него еще на одну ламбу есть по двойному тарифу. То есть у него 60 000 еще есть? Я без понятия, но он так сказал только что. Короче, ребят, чтобы не... Лейтенант. Да. Он тут признается, что наркотики продает, и это деньги вот с наркотиков. Ну и что ты предлагаешь? Хотя бы штрафа. Мы ему пока не поймаем с поличным, предъявить ничего не сможем. Не, подожди, он сознался. Ну выпиши ему штраф еще какой-нибудь. Ну только нормальный штраф, а не как он там скажет. Короче, ребят, Шакс выводит персонажа. Поэтому такая ситуация. Поэтому то, что он там пистолет взял, это все фигня. Не парьтесь. Точнее, Техас выводит персонажа, не Шакс. Там долгая история, я ее, к сожалению, рассказывать не могу вам, но он выводит перса. Ну, он еще не... Да блин, он да задолбал, у него 10 пятниц на неделю. Ну, вяло-не вяло, но я не знаю, кстати, зачем он пришел, мы бы его поймали бы сегодня когда-нибудь. Кем он будет, не знаю. Он думает, блин, у Техаса реально 10 пятниц на неделю, я хз. Ну а он взял и сжег ламбу мою, скотина. Ламба по страховке вернется, вы не парьтесь, так что. Он передумал, что ли, Скиф? Да нет, смотрите, как это будет. Короче, он типа, ну, как он мне сегодня объяснял, что типа вот он, типа, все федералка, короче, он сейчас пойдет на другого перса, и если что, если он захочет, то Шакс вернется. Я думаю, что так будет. Блин, если бы вот мне реально, меня бы задолбал бы коп, я бы с удовольствием бы сейчас... Я бы с удовольствием бы сейчас бы это самое. Тоже бы пошел бы на кого-нибудь другого. Я бы с Техасом пошел бы на север, на самом деле. Ну, мы так и планируем. Поэтому, когда появится кто-то, кто сможет меня заменить, опять же, чтобы управлять всей этой катавасией, которая тут творится, то тогда я уже пойду на север к копам. Да, ему скучно, потому что вот. А ловить меня кто будет? В смысле? А чё меня ловить? Я же коп. Дермоед. Ну, северный коп, да. Ну, типа, шерифский департамент, короче. Ну, он будет шерифом, я буду помощником.
таких супер людей. Нет, Эш, ты тут навечно. Ну спасибо. Скопа на копа, да. Ну, блин, я вообще вот на самом деле приверженец того, чтобы, короче, люди не могли, типа, с одной роли на другую переходить. Но поскольку я как бы комьюнити-менеджер и контент-мейкер, так скажем, этого сервера, то почему нет? Не, ну притом я как бы с городского ПД иду на другое ПД. На шерифское. Да, вы чё, гоните, что ли? Тут некого оставлять. Линкольн 7, отправляйся патрулировать. 10-4. Просто, например, вот как люди делают там с медика на медика, блин, и играют с теми же людьми, притом потом там как-то из родственников уже начинают их, короче, бля. Эш, позычить 10 рэш, что? Позычить? Что такое позычить? Вы какими-то новыми словами меня пичкаете уже второй день. Да, если я уйду к шерифам, то все. То этому городу звезда. Город ограбит. Да городу да, тут хана будет. Ну просто видите, борода не всегда играет. Пейна нету. Как бы, кто еще? Все. Поэтому сейчас вот, ну, будем набирать людей на сервак. Печатался. Ну а что там? Я пришел оставаться. Надо, кстати, поехать сдать этот самый конфискованный автомобиль. В смысле, блин, конфисковать его, короче. Давай, Техас. Мне тут сказали, что ты уже не выводишь персонажа? Или ты все думаешь? Да, Техас, иди, блин, на этого, на шерифа, ну реально. Хоть поржем с тобой. Конечно, блин, крайма вообще не останется, ты хоть движ делаешь. Ну смотрите, не было бы сегодня Шакса, мы бы просто катались бы, патрулировали. Да нет, Техас, какая еще одна федералка? Вообще у тебя как бы три уже федералки. Да нет, я думаю, что... Блин, я так с Кларусом и не поговорил по поводу истекших сроков. Типа, если ты там, ну, вот у тебя федеральный срок, если ты там неделю, например, ничего такого не делаешь, то, типа, он исчезает. Блин, это, кстати, прикольная тема. Реально, вот на Комбрасе так было, это круто. Надо так же сделать, я думаю. Вы, заразы, байтите. Давай, Ледриан. Я уверен, что у тебя квента будет хорошая. То, что писать ты умеешь. Не квента, заявка, блин, все путаю. Концепт. Могу идти в социалку? Да в смысле, какую социалку? С кем? Так и смысл, что в твоей социалке? Ты же сам не выдержишь. Сам с собой. Ой, короче, понятно, Техас сейчас будет девочку включать. Техас, завязывай. Ой, нет, идите, пожалуйста, в жопу, короче, со своими Виталями. Вот, я не выдержу. Я ненавижу социалки. Сколько у меня бабла, кстати?
Блин, у меня еще грязное бабло, которое надо отдать. Блин, забыл совсем. Скиф, да ты, блин, потому что не играешь толком. Так бы было бы с кем. Давайте, ребят, сейчас, блин, займемся реально набором людей на сервак. Просто, ну, реально нужна новая кровь. Все будет хорошо. Ну иди не на шерифа, иди на вентовых персов. Отыграйте, не знаю, кого-нибудь. Сколько народу на серве сейчас? Ну, под 30, наверное. Блин, звонит Клинкер 15. Клинкер 15 слушает. Я тут графикист этого отпустил, а он говорит, что у него еще в конфискате был, ну, вы конфисковали там нож, монтировку. Да. Да, конфисковывал. Может, подъехи хоть ПД вернуть ему вещи. Сейчас подъеду. Топовое ограбление будет, да. Ну, должно быть. Ребята уже думали на это, насчет этого. Так что... все гуд. Смотрите, даже город плачет, потому что Техас выводит. Точнее, не выводит, или выводит. Короче, потому что его посадили, вот. Господи, ну тут и народу, а. Подожди-ка. Понятно, угнанная тачка стоит прямо перед ПД. О, нет. Я... вы этого не слышали, это мои мысли вслух. Всего доброго, а я пошел так, сэр, отсюда подойдите. Как... Ладно, попозже чуть часа. Я новый корейский пират. Мне осталось пройти кастинг. Правда, не почта или чем-то таким. Второй день, между прочим, прохожу его. Так, рация, что у вас там еще было? Нож, да? Нож, монтировка, мячик, косяк, тайзер, огнетушитель. Таких актрис не берут. Да. Вроде бы. Сейчас, секунду. На косяк у меня справка есть, медицинский это. Ну, вроде гады замазали. Здесь три машины. Два газа, 10-2. А вы кто? Кто? Нет, 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 мэм. Так, ну вроде все. Это не... Так, и документы вот ваши. А я... сэр? А, да, спасибо. Угу. Линкольн 15, что у вас там происходит? Мы живем по понятиям улиц, а не мусорских. Я бы переслал, спасибо. Я рука прилипла. Линкольн 7, просто дайте это,
скажите действительно, что вы скидываете без пьесы. А если ты можешь быть актрисой, тогда нам нужно провести эти бомбы. Я увидел три машины. Я решил указать. 627 и между... 634. Где? Зая. Какой шест... А. Показываю вам 10-2. Здесь капитан говорит, просто бутылкой кто-то кинул. Ну раз капитан говорит, то можете возвращаться. 10-4. А, молодые люди, а охренеть, чья может... вот белая машина стоит вот на парковке? Это Шакс приехал на ней. Это не моя, это а, моя. Я это понял, окей. Мы сковали мою вчера. А чё? Угнал тачку еще. Ух ты, блин. Сэр. Да. Что вы тут делаете? Полицейский, это моя машина. И это манекен челлендж, который я не хочу. Угу. Так, а вам кто-то выдавал ключи от нее? Мне сказали, что она здесь, иди и забирай ее, ты а. Человек. Ясно, ладно, забирайте-то и езжайте. Бррр. Господи, опять ты. Ой. Техас, ты же не будешь ждать, правильно, сроков? Ты же вышел уже, типа, из игры. Получается, сколько там? 20, это было 55, ты на 120, значит, это плюс еще. Блин, сколько получается-то? Ты сидишь? О боже. Ну сиди, потому что я-то сейчас буду заканчивать. Так что придется тебе самому, типа, выйти. Я просто уже не знаю, что делать. Сэр, а вы умеете машины открывать? Что вы хотели? А у меня ключи что-то не поняты. Заедают что, и не машину открываются. Машину угнал, да? Да я ж механик. Ну, только а если это угнал? Ваша машина. Да это моя машина. А чем докажешь? Да. Вот номер, а как, назови а чем... номер.
Да я не помню номер, я только сегодня купил. Во-во-во, значит украл. Да у меня ключи, видать, выпали. Джим, посади его. За что? Машину гнал. Ну, слушайте, если у вас есть ключи от нее, то вы можете ее открыть. Так не могу, в том-то и дело. Ну, извините, я не могу вам открыть автомобиль, потому что вдруг вы его украсть хотите. Давайте проедем потом со мной до парковки, я его это поставлю на парковку. Вы убедитесь в том, что это мое. Не, ну вообще может пробить ее, типа. Ну или да. А мы уже пробивали. Ну это его? Его, его. Николас Свенсон. Ну тогда вот у вас механик же есть, пускай она откроет. О, ой, не умеешь? Знаю, он ее обидел. Вряд ли она откроет. Мысли, блин, что за это? Что за... Ты умеешь? Они закрыли это, заклинили? Да, дай ключи мне. Ну, я знаю, как открыть. Кирпич есть? Кирпич есть, говорит. Ты ему ПРП занял деньги. А... Я хочу новые мафынки. Скиев, давай что-нибудь придумаем, что сделать с этим. Ну ты знаешь с чем. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Я очень хочу. Да, хорошо. Сейчас зайду. Сэр, вы попробуйте прямо вплотную к ней подойти там с да этой машиной. Да попробовал, там жвачку засунул в замок. Охренеть, ну сейчас очистим, нормально. Фу, блин, у кого руки в перчатках? Меня. Ну вперед, давай, ты, значит, ты ее разыграл. Слушай, у нее штаны, короче, как у этой, у девчонки из пятого элемента. Все, все, мы пошли. А у меня есть какой-то фильм такой, с Брюсом Уиллисом. Не, у меня нету. Эй, крутые копы, у вас есть зубочистки? У меня нету. А как крутые тогда, если без зубочистки-то? Фига нам зубочистки. У нас пончики есть. Во рту держать, типа. Типа жевать такие, типа, это. Ой, да не. По как сигарету. А, ну значит, не крутые копы. А, могу спичку дать. О, дайте спичку. На, сейчас, подожди. Вот, держи. А, вы спички жуете, это еще круче. Их не жую, я им иногда поджигаю сигареты. Главное, серый внутренний жевать, а то вы тратитесь. Да у меня очки, видишь? Сейчас я выковырю, еще чуть осталось. А вы часто все машины пробиваете? Чьи-то? Что делаем? Нет, машины надо пробиваете как бы, по попробовать, да. Да вообще, как бы пробиваем. Постоянно? Часто. Нет. Но машина стоит в неправильно припаркованном месте, правильно? Взяли женщину. Попробуйте, что? Что попробовать? Машина-то? А, блин. Что-то не открывай. Ей надо, типа. Так, давайте я попробую, ладно. Хрей, давай с другой стороны. Не-не-не-не-не. Нет, так нет, ладно. Не доварила, походу. Ну да, да. Альденте. На это, да, это. Макрошки вкусные такие. Не, альденте это состояние готовности. О! Теперь альденте. Ну все, тачка угнана. Пакуем. Да, да пакуйте его. Да ладно, ладно. А меня-то за что? Да это его спасибо. Машина. Вы уверены? Да. Линкольн 7, код 7. 10-4. А может меня кто-нибудь подобрать, а то... Ключи. Да. Да, ну ключи взять из машины, а то да. Нельзя. Так, ладно, молодые люди, до свидания. А скоро там шаг с отпуском? Слушай, ему еще там сидеть что-то в районе... Блин, если бы я помнил. Ну, уже раньше меня вроде сел, не? Ну, у него федеральный срок. Так уже прошло ну, где-то там... минут 50, наверное, не? Сейчас посчитаем, погоди. Он где-то в 40 сел, 30. Ему еще 90 сроков сидеть где-то. В смысле? Он типа федеральный. Ну да. Федеральный 120. Слушай, он сказал 65. Мало ли что он сказал, 120 там. Блин, как-то странная математика. Странный мир орал. Ну, у нас всего два федеральных срока. Один на 80, другой на 120. У него кстати, 120. Хотите, я вам немножко, типа, обновлю, типа, фасадик? Да не, спасибо, мне и этот нравится. Он, по-моему, офигенный. Это скучковато, не? Да не, норм. Мне нравится. Блин.
Вон, можешь в этот, в департамент Вайнвуда обратиться. Они любят там розовые тачки, всякое такое. Может, и твое искусство им понравится. А чё, когда шефа моего отпустят? 90 сроков еще. В смысле, мне сказали 40 осталось? Так я не знаю, кто вам это сказал. Охренеть, ну вот этот вот... машина оранжевый. Угу. А он кто такой вообще? Я его первый раз вижу. В смысле, он у ваших полицейских спросил. Ему сказали, я-то я не попозже знаю, подошел. Я вообще он спросил у меня. У него федеральный срок. Слышь, да Каш говорил, 40 этих, срок осталось. 40, подожди, 40 это минус 3. Ну да, 40 сроков осталось. 60 он говорил. Ну, а потом осталось вроде как 40. Так, те, кто так говорил, ладно, говорил. Молодые люди, все, ну, до свидания, я говорил. Пошел. А вы куда? Че, освобождать пойдете? Пойду проведаю Шакс. А, ты вышел, все понятно. Тогда не проведаю Шакса. Поеду домой спать. Кстати, ребят, вы там не разбегайтесь, сейчас будет раздача игры. Напоминаю, что чтобы ее получить, вам нужен, у вас должен быть аккаунт на Амазоне. Линкольн 15, смену окончил. Доброй ночи. Да, на Амазоне. Ну вы же можете вон там почитать, там же есть инфа. У вас же там в пол это. О, наконец-то, блин. Ну вот видите, у нас зато теперь мото-юнит появился. Блин, классный мотоцикл, кстати, мне нравится. На Яву похож. Я в детстве такой хотел. Рано повернул, да? Да, рано. От кого? Толку от кого? С мотоцикла? Или от чего? В смысле, ну это мой обычный транспорт. А, толку от этого? Да, вы чего? Вы запомните одно, на полицейской тачке ни на одной ты никогда не поймаешь мотоцикл. Никогда. Если только сбить его. Вчера же вон просто от меня за секунду ушел человек. Просто вообще жук и все, его нет. Ну, по колесам, да. Чё ж так холодно, ребятки? Это прям пипец какой-то. Ой, сейчас надо посидеть будет поработать немножко. Доделать все. Завтра спокойно существовать. Hey, let's meet up next week. Да, и не надо о стёклах беспокоиться, согласен. Нет, имеется в виду, что ты, когда на мотоцикле, легче стрелять по колесам, там, машины какой-нибудь, что-то подобного. Ну, это реально проще.
Да вы когда увидите новый мотоцикл, там через месяцок, наверное, вообще офигеть, он просто бомбезный. Акуму поймать на коповском мотоцикле? Да реально. Любой мотоцикл реально поймать на другом мотоцикле. Не, ну то, что убивается, да, но, блин, надо же уметь ездить на нем. Вон, давайте уже добежим. Так. Ну что, ребятки, давайте заканчивать. Сейчас разыграем игру. Посмотрим, кто ее выиграл. Вообще, посмотрим, как это работает штука. Я уж не знаю даже. Так, одна игра. Ну что, давайте раздать подарки. Ба-бам! Через мгновение счастливые зрители. Да-да-да. Так, один подарок. И чё? Распределение подарков. Сергей БВ получает подарок. Эй-эй! Уи-и-и! Но он, к сожалению, не пишет ничего, поэтому вот. Да. Как-то так. Давайте попробуем подождать от него сообщение. К сожалению, нет сообщения, но да ладно. Все, ребятки, с вами подкручено, я даже не знаю, кто это подкручено, блин, ага. Давайте посмотрим, на кого можно сейчас вас закинуть. О, на Дашу можно закинуть, отлично. Даша с вебкой, РП с вебкой. Так, ребятки, все, давайте, всем пока, всем удачи. Меня до воскресенья не будет, скорее всего, так что как-то живите без меня. Вот, так что всем пока, всем удачи. И спасибо, что смотрели. Смотрите стримы, самое главное. И подписывайтесь на наш Дискорд и паблик ВКонтакте. Ссылочки все в описании. Все там найдете. Все, давайте. Да, и оформляйте платные подписки, конечно же. Все, пока. Words I never said, but wanted to. I just want.